Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и наконец-то мои руки добрались до игрушки, которая называется «Безумные черепашки-ниндзя». Так, у нас здесь Бибоп, Рокстеди и Шреддер. Что-то затевает, что-то они починили, кстати. Оу, тут уже и Крэнк. Шреддер, короче, отчитывается, я так понимаю, да? И они заходят, это портал. Это, видимо, портал. Так, ну что у нас тут, черепашки, ну, как всегда, смотрят новости и кушают пиццу. Открывается портал, то есть прямо у них в канализации? Да ладно, серьезно? Ёлки-палки, ну что же, давай посмотрим, что эта игра вообще из себя представляет, ребят. Да, друзья мои, единственный недостаток этой игры — это то, что она не на русском языке. Так, ну что, у нас тут Майки что-то балаболит, в общем, начинаем битву. Вау. Нифига, Рафаэль и Майки против Бибоба и Рокстеди. Так, что-то у нас тут супер скилл. Хова. Чётенько. Так, друзья мои, Майки созрел. Ну-ка, что он тут? Вау. Еще и оглушил их, слушай, ну неплохо. Слушай, тут победа будет за нами. Хе-хей. А где Шреддер? Не появится, наверное, да? Ну, естественно, ребята, Шреддер-то сыкунок. А нет, вот он. Ух ты. Босс батл. Шреддер. Так, ну тут я смотрю, Донателло и Леонардо. Так, они хоть, надеюсь, справятся. Ух ты. Вот это да. У Дони очень мощный удар. Так, а Лео что у нас делает? У Шреддера шансов нет вообще, ребят. Блин, ну Донателло тут, конечно, очень крут. Смотрите-ка, мы и здесь победили. Лео взял за грудки Шреддера. Эти пинками их обратно, типа, в портал. Пошли вон. Да. Крэнк только и кричит на них. Ах, вы тупые балбесы. Так, и что-то, друзья мои, там произошло. В общем, как я понял, мы с вами дали отпор Шреддеру с его прихвостнями. И... теперь уже начинается непосредственно сама игра. Так, это Кейси Джонс. Он за нас? Оу. Так, давай-ка посмотрим суперудар у него. Неплохо. А Лео? Блин, Лео, конечно, классно нашинковывает. Так, Лео со своим справился. А вот Кейси Джонс, конечно, немножко хандрит. Так, мы с тобой получили какие-то капсулы, 350 штук. Пока не знаю, для чего они нужны. Может быть, для прокачки, может быть, еще для чего-нибудь. Так, опять у нас битва. Почему-то без остановок у нас все это идет. Так, ну, мы можем с тобой вот еще что сделать. Расстановку изначальную. Давай я вот так вот Леонардо поставлю по центру, а Кейси Джонс будет у нас стоять чуть позади. А ну-ка. Нормуль. Тут, правда, не видно, какого уровня персонажи, так же, как и враги. Но я тебе скажу одно, мы справляемся с ними, и причем довольно легко. Не знаю, есть ли тут какая-то прокачка персонажа, ну, в дальнейшем, но я думаю, что нам это покажет все. Так, Леонардо, что там у нас принять? Ага, мы получили с тобой определенный реворд. Герои. Так, выбираем Леонардо. Поднимаем уровень. Еще. Вот, ребята, для чего нам нужны были эти капсулы. Это для повышения уровня нашим персонажам. Так, приключения. Принять. Ага, квест. Квест. И что нам за это дают? Воу. Супер Ирма. Слушайте, друзья мои, а что это за герой такой? Супер Ирма. Если честно, я даже не знаю. Ну, в любом случае, мы получили. Так, и очередная битва. Хорошо, давай смотреть. Значит, у нас Ирма, Лео, Кейси Джонс и два каких-то плешивых кланфутовца. Так, тут можно поставить на автобой. Так, и что-то автобой, ребята, ну-ка. Вау. Фига они тут наяривают. Клан Футовец, у тебя шансов здесь вообще нету.
Так, 500 капсул получили. Замечательно, друзья мои. Так, смотри, а что у нас здесь такое есть? Вот это что такое? Дергается. Бесплатно, ага. Через 6 часов мы сможем с тобой открыть бесплатный бокс. А это-то еще что за персонаж, ребята? Мона Лиза. Это откуда такие персонажи, ребят? Если знаете, напишите мне в комментариях. Я в первый раз вижу. Типа крокодила или это черепашка. Не пойму, кто это. Так, здесь еще есть вот что. Ну, это понятно, ребята, это Сплинтер. Его ни с кем не спутаешь. А это еще кто такой? Кто это? Обезьяна? Нет, ребята, какая-то жаба, наверное, скорее всего, да? Лягушка. Так, а это у нас пак героев, да? Судя по всему, могут выпасть рандомно двухзвездочные герои. 1000 вот таких стоит кубиков. Окей. Так, а это X2. Это я, если посмотрю, видимо, награду буду получать. Так, у нас с тобой вот 6 героев надо прокачать. Так, секунду. Ивенты какие-то есть, да? Ну-ка, дай зайду в героев. Посмотрю хотя бы, сколько их здесь. Слушай-ка, смотри-ка, здесь Шредер. Слэш. Офигеть. Рокстеди. Рэй, даже я тут есть. Наполеон. Рокзар, нифига, он тут классно выглядит. Мондагека. Какой-то он тут смешной. Лотус. Мона Лиза. Так. Кожеголовый. Крэнк. Карайка, нифига, Карайка тут прикольно смотрится. Дрэк, а что за Дрэк? Генджи. Гранитор. Слушай, ребята, я тут половина героев не знаю, откуда я вообще. Антракс. Ну, Эйприл, понятно, Бакстер, ладно, фиг с ним. Слушай, ну это интересно на самом деле. Ну это Зэк, да, я так понимаю. Трак. Зоракс. Темпреста. Тока. О, Тока, это был, по-моему, если не ошибаюсь, Ниндзя Черепашки, да? Похищение Манхэттена. По-моему, он там был, да? С щитом и с булавой бегал. Слушай, и ивенты какие-то. Первый сезон. И Ози. Экономный ивент. Ну, я думаю, что нам нужно с тобой для начала просто проходить обычные приключения. Ну что, поехали. Давай посмотрим, что у нас тут дальше поджидает. Бой. Так. А, у нас стоит автобой, да? Поэтому, ну, в принципе, ребят, пока, я думаю, они справятся. Ну, Кейси Джонс, конечно, отстает. Отстает очень сильно. Так, мы еще получили с тобой 600 вот этих вот капсул. Воу. Так. Опа, наградочку получили с тобой. Не кисло, да? А как мне, друзья мои... Ну-ка, вот зайду в героев. И могу же прокачать, ведь так? Level up. Так, он 4 уровень получает. А, вот оно что. Саппорт. Трикстер. Миньон, танк. То есть тоже есть разные специализации, да? О, тут еще и экипировка есть. Хо-хо. Так, а вот это, ребята, уже интересненько. Ну-ка. Супер Ирма. У нее, ребята, пока только лишь вот один скилл доступен. И это магнит. Магнетизм, да? Даже так скажем. И помимо этого еще тут у нее будут открываться. На 150 уровне? Вы серьезно? Это на 10. Так, хочу посмотреть. Черепашка у меня какого уровня уже? 4. Ну-ка. 5, 6, 7, 8. 9, еще один уровень, друзья мои, и мы сможем открыть с тобой вот это вот. Whirlwind Strike, короче, какой-то воздушная атака. Посмотрим, посмотрим обязательно. Так, а теперь поехали еще с тобой на бои. Так, принять и принять. Уу, вау, четенько, все четенько, ребята. А это что еще? Ох,
Друже, друже, ты смотри, у нас открывается Рафаэль. И причем он две звезды уже имеет. А максимально здесь 5 количеств звезд. Хе-хей, такой прикольненький, ребят, серьезно, вы смотрите. Няшечка какой, а? Рафик, роднулька. Так, берем, конечно же, конечно же. Вау, наша команда стала крутая просто. Так, а я могу, подожди к секунду. Мне хватит на прокачку? Да. Друзья мои, новый скилл. Вот как он выглядит. Так, плюс 300 к броне. А, дает броне на 2 секунды, да? 300. Понятно. Так, и что-то там психическую атаку наносит. Ясно. Ну что же, пора испытать наших ребятулей. Хотя, подожди, мы можем вот тут вот прокачать чуть-чуть, да? Новое достижение даже получил. Раритетная мощь. Так, все, ребят, надо идти. Да нет, 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 нет. Надо идти в битву, конечно же, в битву. Что такое, опять принять? Ух, наградочки какие. А теперь-то можно пойти нам и нормально подраться, повоевать, так сказать. Ух, командушка моя, красавчики. Не пойму я только, что за Ирма это. Поехали, друзья мои. Воу. Рафик отжигает. Я хочу просто посмотреть, что Леонардо. А Леонардо будет сам делать скилл или это пассивка? Ох, ты видел, что он делает? Вот он что, друзья мои. Вертит. Это наша супер легендарная вертушка. Именно ее он и делает. Круто, что я могу тебе сказать? Очень круто. Так, мы с тобой выполняем задание за заданиями. А что вот это за листочки такие, а? Или листы какие-то, железо, я не знаю. Но они для чего-то нужны. Так, идем с тобой сразу же еще на один поединочек. О, клан футовцы, роднульки. Ох, сейчас вы получите, ох, получите, давай. Нифига, это кто-то, это кто? Это, наверное, Ирма делает, да, электрический шок, вот этот вот разряд. Блин, ох, я не завидую, мне так хочется, ребята, камеру приблизить. Но, к сожалению, здесь нельзя этого делать. Ну, капсулы мы с тобой зарабатываем. Понимаешь, капсулы зарабатываем, а если капсулы есть, то мы с тобой, соответственно... Сможем прокачивать и черепашек наших, да? И наших персонажей, в конце концов. Так, Рафаэль, это, конечно, хорошо. А как вот, интересно, новых? Новых открыть. Ого! Слушай, он мне напоминает, ребята... А, так это муравей! Антракс, точно! Откуда взялся этот персонаж? Так, ладно, Рафаэль, будь добр. А мы, кстати, можем сейчас, наверное, его до 10 уровня прокачать. А, нет, не хватит. Не хватит чуть-чуть. Но Рафик-то, конечно, он крутой парень. С ним лучше не шутить, поверь мне. Так, я все время не туда кликаю. Давайте, ребята. У нас, по-моему, тут сейчас скоро новый герой появится. Ага, заберите реверт, говорят мне. Забрал, здесь тоже забираем. Так, что вы хотите мне? Оух. А, я накопил, ребята, 1000, понял. Сейчас мы с вами получим какого-то Донателло. Донателло, друзья мои. Ну, конечно, ну как же без... Слушай, ну они так прикольно смотрятся. Такие, знаешь, как пластилиновые. Воу, воу, воу. Да молодец, Донни, красавчик. Фух. Так, ну что, я так понимаю, наша команда в сборе. Подожди-ка, точно в сборе? Ага, нет, ребята, Микеланджело-то не хватает. Вот так вот. Ладно, смотри, тут скоро или это босс у нас будет, или, не знаю, сейчас мы с тобой проверим. Ну, для начала нужно, конечно же, подраться. Фи, что это за детский сад, ё-моё, но... Давай, ребятули, рвем их. Тут еще есть флаг сдаться. Во, ты видел, что делает Ирма? Слушай, ну она прикольная, ребят. Вот то, что на электричеством их станет, это очень классно. О, Лео делает свою легендарную вертушку. Красавчики, просто красавчики. И игра сделана приятно довольно-таки. Что я тебе могу сказать? Так, принимаем, и нам нужно с тобой пройти еще одно какое-то приключение, и будет все у нас здесь пройдено. Это в данный момент тренировка ниндзя идет. Ну что, пойдем с тобой на последний бой. Бибоп. Собственной персоной, босс батл. Ха-ха, круто. А, то он не один. Он с прихвостнями, друзья мои. Ё-моё.
Ирма. Вау, шоковая терапия была. Лео видел, что сделал? Так, вот он бы еще вертушечку прописал бы. Вот, вот. Была легендарная вертушка. Ребят, ну, кто такой Бибоп, а, для нас? Да никто. Просто какой-то кабанчик, которого мы побили и зажарили. Так, все ли, говорит, в порядке, Леонардо? Да все отлично у нас. Рамбл. Так, что происходит там? Опять Крэнк балует? Или что? Так, оу, Лайер. А, так у нас еще здесь убежище свое будет? Ё-моё. Апгрейд, и что я там апгрейдил? Производство вот этих вот. Ага, ребята, производство пробирок. Хм. Слушай-ка, прикольно. Ё-моё, тут очень много чего есть. Так, а это что такое? Оу, даже вот так вот. Так смотрится прикольно. То есть смотри, у каждого своя комнатка, да? Это Майки, Леонардо, Донателло и Рафаэль. Все, я понял. Апгрейдились, короче, мы с тобой по полной программе. Так. Забрать награду. Так, подожди, а почему вы мне... А, ну еще есть что улучшать, да? Слушай, а тут смотри-ка, еще и ниже будут. Или это просто так, для красоты сняла? Короче, у нас тут есть доджо, воркшоп, клан холл, сезон пас. Это все когда-то должно открыться, я так понимаю. Со временем. Угу. Так, ну что? Кто-то у нас готов прокачаться. Ой-ой-ой-ой, Донни. Оу-оу-оу, Донни, брейкдансер. Брейкдансер. Так, подожди, я хотел Рафаэля, вот. Блин, а ему... А, хотя хватит. Да, друзья мои, новый скилл. Боевой транс. Боевой транс. Так, Донни, да... Ух ты. Омни-гаджет. Ну, естественно, ребята, у Донни могут быть только омни-гаджеты, потому что он помешан на своих гаджетах всяких там, да? Вот единственное, что непонятно, где нам вот это вот добывать все. То есть, как бы мы можем с тобой улучшать, но пока этих ресурсов у нас нету. Поэтому предлагаю пойти дальше повеселиться. Вау. Награда за наградой. А здесь ничего нам не дадут? Не? Не дадут, если ты наберешь 1500 вот этих, да, капсул. И одну маленькую канистрочку. Подожди, маленькую канистрочку. А чтобы вот эту открыть, что нужно? 300 вот этих вот. Так, так я же могу взять ее. Или нет? Да. Вот, друзья мои, вот она, Мона Лиза. Кто ж ты такая, а? Какая-то ящерка. Оу. Какую-то пробирку она там бросает. Хе-хе-хе. Блин, а я ее в команду не могу. А как поменять, ребят? Как поменять состав команды, а? Вот если я, например, хочу вот ее взять в основной состав, как это сделать? Оу, я могу еще, ребята, попробовать открыть. И это Бибоп. Ты прикинь? Мне достается Бибоп. Офигенно. Он тоже, кстати, ребята, двухзвездочный. Блин, я вот хочу Кейси убрать. Мне вот Кейси не особо очень заходит здесь. Только я не могу понять, как это сделать. Как поменять состав. Состав команды. Может быть, вот здесь? Наверное, здесь, да, ребята? Так, например, я хочу... Блин. Так, секунду, секунду, секунду. Где у нас Кейси? Вот, да? Ага. А вместо, например, Ирмы. Вот так вот. Просто проверить хочу, ребята. Ага. Ну, нифига там. Выжигает, ты посмотри.
Бибоп что-то не особо хорош, если честно, ребята. Бибоп не сильно хорош. Так, следующая битва, говорят. Сразу можно переходить на следующую. Конечно, бой. Ну. Так, секунду. Воу. Слушай, вот эта вот ящерка бросает довольно неплохую пробирку. Но вот я, знаешь, что хочу сделать? Я хочу сейчас заменить. Я хочу заменить Бибопа. Так, тут забираем, забираем. Я хочу Бибопа все-таки заменить на Ирму. Ирму, мне кажется, будет как-то получше, получше. Может быть, конечно, ошибаюсь. И Бибоп все-таки имеет две звезды. Но вот удар у Ирмы, именно вот этот вот шокер, больше мне нравится. Ты прекрасно знаешь, чем больше массовых атак, тем лучше персонаж. Видишь, смотри, оп. На-ка. Ты-ды-ды-ды-ды-дыщ. Готовы, хлопчики. Хе-хе-хе. Ух ты. А что такое? Что это, ребята? А, улучшить? Давай глянем. И что мы за это получаем? Все-таки удваивается у нас награда, да, получается? Ладно, ребят, давайте тогда следующую битву. Быстренько, как говорится. Ух ты! Тут и Маузер есть. Ха-ха, вот кого-кого. А их я, как говорится, даже и не думал, и не мечтал увидеть здесь. Но они тут. Это прикольно. Блин, ну все-таки откуда вот эти персонажи взялись? Ирма и Мона Лиза. Может быть, это из нового какого-то мультика, которого я еще не видел? Вау. Вот Рафаэль, мне нравится, что он делает, типа, вот удар сквозной. То есть он побеждает первого врага и второго, через которого он проходит. Так, мы с тобой, наверное, сразу же на горяченькую. Следующий бой. Опа. Босс, что ли? Босс батл. Маузер. Ну да. Слушай, но мы по мощам все равно сильнее. У нас 990, а у него 932. Поэтому рвем их. Так, Лео. Нет, лучше бы, конечно, вертушку бы сделал. Вот, видишь, что Раф делает? Красавчик он, на самом деле. Слушай, а у босса-то... А нет, все нормуль, 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 друзья мои. Так, минус еще один Маузер. Так, а у нас что там? Блин, Леонардо мы сейчас, ребята, потеряем. Ё-моё! Да как же так-то? Ну, нахлобучиваем его. Нахлобучиваем, ребята. Этого Маузера. Правильно, Ирма. Донни, давай, жги. Так, сейчас, по-моему, Донателло потеряем с тобой, да? Да. Но, тем не менее, мы справились с этим боссом. Какие-то рецепты получаем. Что это за рецепты, а? Можно я выйду в основное меню и... Что это такое? Что это? Фидбэк. Не надо мне ничего. Какие-то фидбэки. Ох ты. Строить, ребята, новое помещение. Хе-хе-хе. Апгрейд, конечно же. Еще спрашивают меня, хочешь ли ты апгрейдить? Конечно, хочу. Так. Растет у нас тут все. Так. У меня, наверное, ох, 9000. Я могу их прокачать тут. Донни. Да, Донни, давай-ка мы тебе новый скилл откроем. Босс Мэш. Отлично. Так, а следующий, когда у них скилл открывается? На каком уровне? Так. На 50-м. Да, это... Это долго. Так, а что у тебя, радость моя? Что-то интересное. Ну-ка, давай посмотрим. Чего там? Enchanting Mix. Какой-то микс заточки. Не знаю, правда, чем связано. Так, Лео прокачан. Ирма, Ирма, давай у тебя посмотрим, что у тебя. Антимагнитный бим какой-то. Интересно. А что же у тебя? А? Какой-то удар кулаком. Опять же, психическая атака. Так. Ну ладно, пока достаточно. Ну чё?
тут мне не хватает. Чего вы мне сюда, отправляете? Я хочу пойти в приключения. Да, я хочу пойти в приключения. Ага, ага. Явились, не запылились. Так, маузеры. Плюс кланфутовец. Сейчас разберемся. То есть, конечно, я так понимаю, здесь можно отключить авто и делать все самому. Но делать ты можешь только следующее. Это использовать суперудары. Поэтому, ну, как бы тебе сказать, лучше пускай это делает компьютер, согласись, чем ты. Ты можешь где-то замешкаться, а он-то все сделает правильно. Так, а что у нас будет, если вот эта вот полностью шкала заполнится, а? Там у нас Rocksteady в скором времени появится. И что такое X2? Может быть, посмотреть рекламку и... Может быть, опыт будет в два раза быстрее идти? Это было бы, кстати, неплохо. Так. Друзья мои, напишите в комментариях, а кто у вас здесь самый любимый персонаж в этой игре, если кто-то, конечно, в нее играет. И также не забудь написать в комментариях, будем ли мы ее дальше продолжать играть, или же пропустим мимо. Не забудь. Мне нравится, как Донни там пляшет. Так, ну что, мне предлагают увеличить нашу награду. Ну давай. Угу, получили наградушку и, наверное, еще следующий бой сразу запилякаем. Тем более тут всего лишь два каких-то несчастных маузера. Ну, бумс, бросили. Слушай, ну они какие-то крепкие здесь. Так, минус один маузер. И все переключили. А, тут их три было. Все, я понял, ребята. Я этого не увидел просто, который наверху. Так, зашинковали. Блин, их тут сколько... Показалось мне вначале, что их было всего два. Потом, по-моему, их еще два появилось, да, со временем. Что-то типа того. Так, могу ли я, знаешь, что сделать? Ну, например... Ага, забираем. Так, совсем чуть-чуть осталось. Буквально еще один бой. Мы будем с тобой драться с Rocksteady. Вот я что хотел глянуть. Так, и что... Что-то я не могу понять. На 4 часа что-то там увеличивается. А, удваиваются все наши награды. Окей. Ну вот, друзья мои. На 4 часа улучшил себе якобы на награды. Так, ладно, поехали на битву. У нас все-таки скоро с тобой... Ох, ядрить тебя, ну, сколько вас много. Скоро у нас будет Rocksteady. Слушай, мне не нравится вот это вот. Хотя они ватные. Но их тут все равно многовато. Оу. Так, смотрим по хп. Ирму, Ирму валят. Ирма, держись, роднулька. Блин, все равно загасит ее, да? Да, ребят, загасили. Ирма сдулась. Ну, мы отомстим за нее. Я до сих пор не знаю, кто такая Ирма. Так, ну все. Тут, друзья мои, отлично. Так. Дай-ка я кое-что скип. Ну, давай скипнем с тобой. Не будем пока принимать это все дело. Я хотел просто подкачаться маленечко перед Rocksteady. Так, подожди-ка, у меня все здесь прокачанные? Ну, я имею в виду по второму скиллу. Ага, вот здесь вот не открыто. Новый скилл. Удар битой. Кто, интересно, здесь круче всех, а? Мне кажется, что, ну, в данный момент для меня это, наверное, все-таки Леонардо. Так, я весь этот слил. Назовем его мутаген. И получил 22 уровень. А там открывается на следующий только лишь на полтиннички. То есть, делай выводы, сколько нужно подраться, чтобы получить... Нифига, вот если мы с тобой получим... 1000 вот этих вот синих кубов, мы откроем персонажа трехзвездочного. Хм. Есть резон, согласись-ка. Есть, ребята. И каждые там 6 часов мы с тобой будем открывать бесплатный контейнер. Ну что, Rocksteady, ты готов получить от моих черепашек сладких звездюлек? Готов. Здесь он такой скромняшка с пистолетом, а в игре я, как вспомню, там с гарпуном бегал, да?
Battle. Ну-ка. Давай, родные мои. Так, правильно, Арфаэль. В спину ему, в спину бомби. А, он же сейчас будет бежать, наверное, да? Точно, он же любитель побегать. Так, смотрим по хп Леонардо. Леонардо, бедненький мой, ну. Вот так ему, правильно. Всыпьте ему по первое число этому Рокстеди. Да что ж ты сделал, он опять в истерику впадает. Так, пока все живы. Знаешь, кого нам не хватает в этой команде? Я только сейчас понял. Медика, нам нужен хил. Точно, а интересно, тут есть вообще? Да должен быть. Хиллер везде, в любых играх должен быть, ребят. Так, Лео пока, слава богу, стоит на месте. Давай, без потерь, попробуем. Е-е-е-е. Без потерь, друзья мои. Какой-то комикс или что это, я вообще не знаю, такое. Какую-то страничку мы с тобой получили. Ох, так. Какой-то новый портал, что ли, или... Мы путешествуем во времени, что ли, получается. Так, друзья мои, забираем здесь наградочку. А, кто? Бакстер? Муха? Серьезно? Точно, ребята. Бакстер Муха. Но он имеет две звезды. Как ни крути. Так, ну у меня уже, я только начал играть, друзья мои, а уже у меня персонажи, смотри сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, и это круто. Так, дай-ка я дальше попробую прокачать нашего Лео. Так, не то. Как там, а, вот, вот сюда вот. Подожди, это Рафаэль, мне нужен Леонардо. У меня хоть хватит? Слушай, ну хватает. 28 уровень, ребята, новое достижение я получил. Green Belt. Слушай, ну такими темпами, я думаю, да, мы быстренько с тобой его прокачаем. Так, опять тут будет у нас впереди Маузер. А я никак не могу, ребята, здесь вот пролистать. Видишь, никак. Ну, никак так никак. Тут у нас какая-то еще стрелочка наверх идет. Ага, ух ты, какой-то новый вид ресурса. Апгрейд. Угу. Тут потихоньку будут открываться разные комнатки у нас, да? И это круто. Так, забираем. Упс, наградочку получили с тобой. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!